В минувшую субботу, вооружившись щетками и банками с краской, сотрудники предприятия «Римстрой» вышли работать на улицу Краснодарскую. После нескольких часов работы пахнущие свежей краской бордюры украсили улицу курорта. Обновление бордюров ждет и в других частях города. Всего общая протяженность покрашенных дорожных бордюров в Анапе составит 18 километров. После улицы Краснодарская дальше продолжатся работы по улице Самбурова. Следующая будет улица Шевченко, Крымская, Владимирская. К 1 сентября планируется закончить окраску основной массы бордюров по нашему городу. Все будут центральные улицы. Также в Анапе обновляют дорожную разметку и пешеходные переходы. Сотрудники компании «КИТ» выполнят работы на всех городских улицах вблизи школ и детских садов общей площадью 9000 квадратных метров. На пешеходных переходах нанесут бело-желтую разметку. Старые дорожные знаки заменят новыми на флуоресцентной основе. За две недели до 1 сентября дорожные службы по плану должны успеть завершить все работы.